все чаще, а в последнее время постоянно, вместо покупного фарша готовлю его самостоятельно, используют его, как угодно. Расскажу, как приготовить фарш из куриного филе, из которого делаю тефтели. Куриный фарш хорошо сочетается с любыми специями, овощами, свежей зеленью. Вы можете сделать его и заморозить для дальнейшего приготовления. Для фарша подойдет не только филе, а и обрезки из окорока, бедер. Однако именно из филейной части он получается диетический и однородный по консистенции. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Жду ваших лайков и комментариев. Теперь о составе нашего блюда. Куриное филе 0,5 кг. Зеленый лук 2 штуки. Молотый имбирь 0,5 чайных ложки. Кинза 0,5 пучка. Соль, перец по вкусу. Яйца 1 штука. Панировочные сухари 0,5 стакана. Количество порций 8-10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья, заходите.